В таком составе они собираются, чтобы обсудить важные вопросы. На этот раз в фокусе внимания исполкома межрегиональной общественной организации мордовского народа, в том числе и преподавание национальных языков в школах республики. С прошлого года подход к нему изменился. От строгой филологии решили отойти. Нами выбран вектор культурологический, когда основной задачей учителя мордовского языка является не формирование огромных языковых норм и правил, а речь идет о том, чтобы формировать основу мордовской культуры. Уважение к мордовской культуре, уважение к мордовскому языку через предметы быта, через эпос, через традиции мордовского народа. Сам процесс преподавания, он претерпевает систему оценивания. В 18 школах городского округа Саранск у нас безотметочная система. В остальных школах используется двоичная система 4 и 5, что в свою очередь мотивирует. Я считаю, это самое главное нововведение, которое нам позволяет все так же развивать это направление и действовать во благо мордовской культуры и мордовского языка. Уход от школьных оценок по Ирзянскому и Макшанскому в разных кругах воспринимают по-разному. Зато неформальный подход к их изучению однозначно приветствуется. В популярной форме надо подавать, в популярной форме, интересной, где эти педагоги есть такие, там с удовольствием дети этим занимаются, и родители тоже. И оценивать. Я думаю, что, конечно, оценка нужна, но не двойка. Мордовские языки изучают во всех 45 саранских школах со 2 по 7 класс. Причем в большинстве учебных заведений можно выбрать – ирзянский или макшанский. По данным городского управления образования, заявления от учеников или их родителей о желании изучать какой-нибудь другой язык, например, татарский, не поступало. Очень важно в стремлении сохранять свой язык, изучать свой язык, не переводить это в плоскость эмоций и не ущемлять права детей других национальностей. И через силу, как известно, вряд ли что получится, заставляет. Здесь очень важно знать и иметь в виду мнение и детей, и родителей. Их согласие. Изучать надо, но с их согласия. Павел Степаненко, Александр Зюзяев. Наши новости.